Всем привет! Вы на канале Fix4Gym, где мы рассматриваем всевозможные тренажеры, как они устроены, все различные поломки и способы их устранения. Сегодня на нашем канале мы рассмотрим вот такой замечательный тренажер американского производства Concept 2. Немного поговорим о его устройстве, о ремонте и самое главное, как выжать из него максимум. Поехали! Данный тренажер попал к нам с небольшой поломкой, и для начала мы ее устраним. Ну что ж, тренажер готов, и теперь мы будем проверять, что же такое драг-фактор. В данной модели тренажера можно регулировать нагрузку от 1 до 10 путем открытия и закрытия секции боковых лопастей. На 1 драг-фактор или же уровень нагрузки будет минимальный. На 10 соответственно максимум. На драг-фактор или сопротивление воздуха может влиять верхняя сетка воздухозабора. Очень часто она просто забивается пылью и не дает нужного результата. Поэтому даже на 10 вы не чувствуете никакого сопротивления. В данном видео мы сымитируем такую ситуацию очень просто, заклеив воздухозаборник скотчем. Сейчас посмотрим, что из этого выйдет. Как вы видите, неважно с какой силой ты гребешь, все равно показатели на дисплее не меняются. И больше 120 ватт я выжать не могу. Да будь ты хоть трижды мистер Вселенная, тут вот так вот не получится. А теперь давайте посмотрим, как будет меняться показатель, если мы прочистим воздухозаборник. Для того, чтобы почистить этот тренажер, много труда не надо. Вам понадобится всего лишь отвертка. С помощью нее отпускаем верхний воздухозаборник, который крепится простым болтом. Чистим его от пыли. В нашем случае просто снимаем имитацию пыли и собираем все в обратном порядке.
Ну что ж, надеюсь, вы узнали что-то новое для себя о концептах и о способе их ремонта. И еще очень надеюсь, что это видео было вам полезно. Если да, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, а также на Instagram. И будет вам счастье!